Посмотрите, какие. Малышки, милашки. Где взяла? В обычном магазине. Стоило покопаться там среди больших перцев. Маленькие. Можно выбрать. Что будем делать? Будем делать супер-закуску. Многим из вас закуска это, конечно же, хорошо знакома, так же, как и закуска, которую мы недавно делали в сторис на помидорках. Но многим не знакомы, поэтому будем готовить. Трем сыр на мелкой терке. Сыр и чеснок. Итого, у нас здесь сыр, у нас здесь творог, совершенно немножко зелень, чеснок, соль и сметана. Все, наша начинка готова. Главное эту массу хорошо перемешать. И ложкой делать неудобно. Почему? Вилкой. Осталось наши... перчики мы, знаете, предварительно, конечно же, помыли и очистили от сердцевинки. Теперь осталось их наполнить нашей чудо-массой. Довольно плотненько наполняем. Прям ложкой. Мне жалко резать такие малышки-милашки. А мне не жалко, будем резать. Да давай не будем. Будем. Смотрите, можно нарезать колечками привычным способом, но раз у нас перчики такие маленькие, то мы их разрежем пополам. Слава богу, не колечки. Ну, видишь, как чудесно, когда их много, когда порезали. И главная начинка совершенно немного понадобится. У нас ушло 100 грамм творога, это полпачки, грамм 50 сыра, пару зубчиков чеснока и малюсенький пучок укропа. И вот целая тарелка. Ну, это если перчики маленькие. Если перцы большие, то у них больше полая часть внутри, и начинки понадобится побольше. Ой, вкусно, вкусно, мне нравится это.